Всем привет-привет, всем доброго дня, с вами Елена. Сегодня мы в гостях у Ани, у моей старшей дочки, и посмотрим, чем занимаются дети. То во что гораз. Соня тут показывает нам гимнастические какие-то упражнения. С нами моя мамочка в гостях. Кирилл, Вова. Дети развлекали нас. Соня профессионально занимается спортивной гимнастикой, поэтому для нее не составляет труда заниматься и показывать в любом помещении, даже вот в квартире в своей. Вот такой вот подарок это Ане на день рождения подарил муж. Она давно мечтала о таком туалетном столике с подсветкой, ей надо для работы, ну и для себя, конечно, любимой. Поэтому вот мечта ее исполнилась. Наш подарочек вы примите для волос от Faberlic. Тоже нашел свое место на туалетном столике. Нужен ей для работы и себя приводить в порядок. Очень удобный стол. Аня довольна. Такой у детей спортивный уголок. Кирилл. Кирилл, кстати, тоже занимается спортивной гимнастикой, но он мало занимается, еще, наверное, второй год только, но какие-то навыки он уже приобрел. Поэтому в доме есть и вот и спортивный уголок для мальчишек, и гантели, и Саша занимается. Вот, смотрите, какие выкрутасы тут Кирилл выделывает. Шпагат, вообще молодец. И такой. Умница, класс. Бабуля там с девчонками что-то там рассматривают, не то в телефоне, не то где. Это детская. Кирилл продолжает тут выделываться. Вовочка передает вам всем привет. Мне пришлось отключить звук, потому что дети смотрели телевизоры, планшеты, телефоны, и у каждого там мультики. И чтобы не прилетела мне жалоба на авторские права, я вот выключила вообще звук. Поэтому посмотрите, пожалуйста, этот ролик просто под музыку. Сейчас небольшой рум-тур по кухне. У Ани кухня вот в таком вот стиле. Очень мне нравится. Вот такую кольцевую лампу тоже Саша Ане купил для работы. Мой манекен нашел применение. Вот туалетный столик, он без подсветки. А тут дети уже приводят себя в порядок. Маша уже тут выпрямителем этим пользуется, уже тестирует его. Хотя дома у нас такой же.
Ну, в общем, вот так вот прошел наш день. Спасибо всем, ребята, за просмотр. Пишите комментарии, обязательно на все отвечу. Всем пока-пока!